Как же давно мы хотели прогуляться по горам. И вот наш первый поход состоялся прошлой осенью. Мы успели до наступления холодов, погода стояла почти летняя. По дороге мы сняли куртки и часть пути прошли в футболках. Решение пройтись в компании друзей по Дурмиторскому парку было спонтанным, а путь выбрали полегче, так как опыта в горных походах у нас практически не было. Детские вылазки не считаются. Было даже немного страшновато, так как горы хоть и прекрасные и притягательные, но требуют особых навыков, выносливости и смелости. Вылазка получилась зрелищной и драйвовой. Сам по себе Дурмиторские горы очень привлекательны в плане походов. Там около 100 км промаркированных маршрутов разной сложности. Но, как я уже сказала, мы выбрали маршрут полегче и забраться на самую высокую точку Боботов куб 2523 метра не решились, но впечатлений хватило с лихвой. Мы наслаждались каждым километром пройденного маршрута, вдыхали свежесть северных ветров, любовались панорамами и полонинами с пастбищами, удивлялись местами строгой и суровой красоте севера. По дороге заглянули к ледниковым озерам, но, к сожалению, они оказались пересохшими. Конечно же, мы увидели лишь малую часть парка, но ощутили зарождение тяги к покорению горных вершин, хотя боязнь высоты еще сильнее этого притяжения. В самом начале был небольшой участок с крутым подъемом, с канатом, за который надо было держаться, идя по краю обрыва. Было страшно и с трудом представлялось, как можно по такому же пути карабкаться на вершину. Ну что ж, все впереди. Дальше был путь более пологим и простым. Мы часто останавливались и фотографировали новые потрясающие виды и с интересом слушали рассказы друзей об их предыдущих походах по этим местам. Вот там лесами тоже покрыты. Ну, вот там вот, вот эта дорога вьется, и она вот так идет за этот перевал. И там просто горизонтально. Мы по ней ходили, дышали. Передохнули. Первый поход в горы. Мы идем уже. Да, хорошее место. Это, наверное, за Викой. Признаюсь, иногда дыхание перехватывало и казалось, что мы находимся в зрелищном сне, но это, наверное, от нехватки кислорода. По итогу прошли 10 километров с набором высоты в 500 метров. У нас остались яркие и приятные воспоминания, легкая усталость в мышцах и немного фотографий и видео, из которых я сделала этот ролик. Ну и, конечно же, мы ждем с нетерпением новых горных походов в наступившем году. Вот эти красивые волны, да? Рыжка снимает. Как тебе горы? Красиво.
Так что куда мы идем? На Боботов Кук. Вон он вдалеке там виднеется слева.